Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку «Гарри Поттер и философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали четвертую часть главы, которая называется «Хэллоуин». Сегодня насчет пятой части этой главы. Ну что, поехали? На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, а еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам. От этого огоньки, воткнутых в тыквы свечей, трепетали, как и на банкете по случаю начала учебного года. На столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг внезапно появились самые разнообразные яства. Гарри накладывал себе в тарелку запеченные в мундире картофелины, когда в зал убежал профессор Квиррел. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Все собравшиеся замерли, глядя, как Квиррел подошел к креслу профессора Дамблдора и, тяжело опираясь на стол, простонал. «Тролль! Тролль! В подземелье! Спешил вам сообщить!» И Квиррел, потеряв сознание, рухнул на пол. В зале поднялась суматоха. Понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. «Старость!» — прогрохотал Дамблдор. «Немедленно уводите свои факультеты в спальни». Перси тут же вскочил из-за стола, явно чувствуя себя в своей стихии. «Быстро за мной», — скомандовал он. «Первокурсники, держитесь вместе. Если будете слушать меня, ничего страшного не случится. Пропустите первокурсников, пусть подойдут ко мне. Никому не отставать и всем выполнять мои приказы. Я здесь, старшина». «Как мог тролль пробраться в замок?» — спросил Гарри у Рона, когда они быстро поднимались по лестнице. «Не спрашивай меня, откуда я знаю?» — пожал плечами Рон. «Вообще-то это странно. Говорят, что тролли ужасно глупые. Может, его впустил Пивз? Решил так пошутить перед Хэллоуином?» Судя по оживленному движению на лестницах, эвакуация шла полным ходом. Только ученики из Пуффендуя оправдывали репутацию своего факультета. Они потерянно столпились в одном из коридоров и мешали пройти остальным. Гарри и Рон прокладывали себе дорогу сквозь толпу, когда Гарри вдруг схватил Рона за рукав. «Я только что вспомнил. Гермиона». «А что Гермиона?» — не понял Рон. «Она не знает про тролля». Рон прикусил губу. «Ладно», — отрывисто произнес он через несколько секунд, которые, судя по всему, понадобились ему на то, чтобы призвать на помощь все свое мужество. «Но если Перси нас заметит...» Пригнувшись, они влезли в самую середину группы школьников из Пуффендуя, которые, наконец, выдвинулись к своей башне, то есть в противоположном направлении. Никто не обратил на них внимания, через какое-то время они вынырнули из толпы, быстро пробежали по опустевшему боковому проходу и устремились к женским туалетам. До цели было подать рукой. Они уже сворачивали за угол, когда сзади послышались быстрые шаги. «Это Перси», — прошипел Рон, хватая Гарри и прячась вместе с ним за большим каменным грифоном. Однако мимо них пробежал вовсе не Перси, а профессор Снег. Он пересек коридор и пропал из виду. «Что это он тут делает?» — прошептал Гарри. «Почему он не в подвалах вместе с другими учителями? Думаешь, я знаю?» Они на цыпочках вошли в следующий коридор, как раз туда, где скрылся Снег, удаляющиеся шаги которого они отчетливо слышали. «Он направляется на третий этаж», — начал было Гарри. Но Рон поднял руку. «Чувствуешь запах?» Гарри принюхался и сморщил нос. В воздухе пахло смесью грязных носков и общественного туалета, в котором много лет никто не убирался. Вслед за запахом появился звук. Низкий ров и шарканье гигантских подошв. Рон указал рукой в конец коридора. Оттуда что-то огромное двигалось в их направлении. Они отпрянули в тень, наблюдая, как это выходит на освещенный луной отрезок коридора. Это было нечто ужасное, примерно 4 метров ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожей на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу, а исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Но вот и все. Мы прочитали четвертую часть главы, которая называется «Хэллоуин».
В следующей серии нас ждет пятая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11 ТВ. Всем пока!